Как рассказал журналистам Вениамин Кондратьев, с 2016 года благодаря финансированию от Платона дорожный фонд края получил около 500 миллионов рублей. Деньги направили на ремонт и реконструкцию автомагистрали. В том числе практически с нуля был построен Белореченский мост через реку Белая. По словам губернатора края, на его возведение пошли больше 100 миллионов рублей госсистемы. Новый мост запроектирован под современные нагрузки с пропускной способностью более 10 тысяч автомобилей в сутки.